Привет, дружище. С тобой, как всегда, я, X-Skills. И мы играем в Cuisine Royale Second Edition. И добавлю уже после обновления. Ох ты, вот там вот кто-то джекпот выловил. Посмотрим, где конкретненько. Так, или пойдем в зону, а там уже... Ага, вижу. А, это зомбяк его. Это бежал, значит, он тоже побежал. Смотри, что у меня за спиной. Льюис Ганчик. Ты уже знаком с этим оружием, да? Знаешь, что это такое, да? Правда же? Так. Ага, проскочили. Понимаю. Так, теперь мы уже в зоне. А что может? А может нет? А может да? Так, тихо. Сейчас что-нибудь намутим. Пара-пара-пара-пам. Вражина рядом. Извиняюсь. Это главное. Ага, понятно. Он вот там вот. Ну что? Размолотим его вместе с зомбарями его. С Льюис Ганчиком. Усните, граждане. Понимаешь. Да? Просто понимаешь. О, да у него скарчик был. Погляди. Так. Не поведемся. У нас покруче пушенца, на мой взгляд. Но и скарчик подминируем. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Да, Льюис Ган это имба просто. Просто имба. Лютая имба. Давай возьмем. Хоть и не лезет, но мы возьмем. Так, а у меня 2x4, ну для чего? Абсолютно незачем. Так. Так. А у меня что-то там по заданию. Понятно. Еще 4. Что тут, ага. Кто там пулемет? Это откуда? Откуда там можно пулеметить? Пойдем сбегаем, позырим. О, может отсюда как-то позырим? Получится, нет? Нет, не получится. Так. А откуда ж он там пулеметил-то? Пулеметил, Джек. Главное, чтобы не выскочил, как черт из табакерки. И очередью одной тупо качанчик не снес мне. Тогда у нас все будет хорошо с тобой. Я думаю так. Ну че тут? Ага, вот бункер. Ну что, пойдем к бункеру. Прятаться, скрываться не станем. Пойдем нагло и самоуверенно. Я бы даже сказал, ворвемся просто таки. В этот бункерок. Ритуал быстрой перезарядки. Пойдем. Ну что там, есть кто? Походу нет никого. Так я и думал. Какой я догадливый, чертовски. Где? Да где они? Не вижу. Не понимаю. Надо бежать искать. А тоже подминируем. Это дело. Так, души есть? Есть. Если что. На лыжи. Если не видим, откуда стреляют.
А тем более попадают, если. Туда не ходится. Райончик нехороший. Мутный там райончик. Давай, мешочек. Оп. Не видать никого. Да, вроде нет. Нет. Придется в тот райончик бежать. Он нехороший. Ну, а почему все где-то там? А не тут. Там, именно. Почему там? Или тут уже все было? Я прощелкал типа. А чё, я один такой, что ли, прощелкал? Что-то как-то не верится. Просто, ну, не верится. Оп, кто-то в ловушечку попался. А в какую? Которая сзади, это понятно. Поконкретнее можно? Далеко ли? Близко ли? А где они вообще, мои ловушки-то? Там где-то. Ладно, погнали. С левизганчиком наперевес. Заминируем автобус, может? Как думаешь, прикольно будет? Я думаю, вполне. Все, автобус не поедет. Никого-то тут не видать. Да, если сзади такого застанут, то, конечно, скосят просто момент. Моменто море. Моментально. В море. Ну, 10 человек осталось, блин. Где замес? Там чё ли? Ага. Зомбак. Зомбак, зомбак. С ловушки, наверное, откуда ещё-то. Ему взяться. И никого. Ты погляди. Шикардосно. Где? Это вот где-то там. Какая большая отдача. Ага. С люзганчиком, значит, очень лучше не работать. Не вижу. Никогошеньки не вижу.
Никогошеньки, ничегошеньки. Кто-то там был. Но за место тут. Ну где выживший? Гражданин. Ага. Тоже с лизганчиком похоже. Так, там что? Ракетичка по крыше. Откуда? И почему по крыше? А, потому что гражданин на крыше. Лечится, походу. Пойдем туда. Там еще кто-то караулит. Не караулит, а атакует. О, миномет. Блин, давай. Я ему на крышу закидываю. Тихо. Заминометили все-таки. Гаврика. Давай оставим, стреляем нафиг. Так, меняем. Все свое отжимаем. И уходим. Так, проклятие какое-то. Ага, понятно. Страшно как. Так, кто тут? Где-то рядом. Ага, совсем рядом. С баллоночки шмаляет. Где? Где ты? Что это дело? Прицел обратно мне, пожалуйста, верните. Что мне надо на лизган? Вот такое дело мне надо на лизган. А? Это новый персонаж, как я понимаю. Чё кто есть? Ага. Сейчас туда вот ворвемся. Вот так вот. И сверху его сейчас попробуем встретить. Да? Разумно? Как думаешь? Конечно, он понимает, что я так могу сделать. Оп, на ловушечку напоролся.
Красавчик. А может и не понимает. Давай, выходи. Ага, вышел. Вышел. Никуда не делся. Так, остался у нас один гражданин. Он нас слышал. О, сигара. О, сигара. Люблю курить. О, надо валить. Причем так конкретненько. Тихо. Да, ну конечно, ты медлительным с этим становишься. Или с ганчиком, жопа просто. Так, давай в зону. Для начала. Разберемся. Так, неплохо было бы на этот залезть. Ага. Он где-то тут. Ага, он зверь. Хватит звереть, зверь. Против флюисганчика не позвереешь. Вот так вот. Спасибо за внимание, дружище. Если понравилось, не забывай ставить лайки. Если вдруг по каким-то причинам смотришь без подписки, но тебе нравится то, что я делаю, если ты смотришь, не забудь подписаться. Качество будет только улучшаться контента. Это я тебе обещаю. До новых встреч. Спасибо за внимание.